Всем привет, ребята! Ну что, мы продолжаем играть в Хроники Хаоса. Идем на арену и сейчас сразимся, допустим, вот с Данилом. Давай попробуем сразимся и посмотрим, кто кого. У нас получаются идентичные герои, одинаковые, ну посмотрим. Уровень у нас практически одинаков. Так, он защиту включает, я защиту включаю. Но он защиту включил первее, поэтому, возможно, он нас победит. Ну, проверим. О, есть! Ну, они... Да, они убились. Оба наших героя. Смотрим, смотрим, кто кого. Да, ё-моё, нас всё-таки уничтожат. Он оказался сильнее. Да-да-да-да-да. Ну, ничего страшного. Да, вынесли меня полностью. Ну ладно, ничего страшного. Ничего страшного, идем, отправляемся в компанию и в компании немножечко повоюем. А безымянный путь. А сколько героев прошло по этой дороге, чтобы никогда не вернуться обратно? Идем. Смотрим. Так вот, враги у нас. Мы сейчас их уничтожим, победим. Мы сейчас, у нас всего лишь 12 уровень, поэтому прокачивать нам нужно еще много-много героев наших. Если ты следишь за этими сериями, то в скором времени мы будем улучшаться, мы будем повышать уровень и посмотрим в следующих сериях, кто будет побеждать. Используем сразу Стальные Небеса. Хорошо. Что у нас там по героям? О-о-о! Ребятушки, давайте включаем авто и посмотрим, победим ли мы их или нет. Сразу мы идем в защиту. Да, тут герои, конечно, тоже сильные. Нам нужно будет еще прокачать героев. Защитку сделаем. Ой, убили нашего одного героя, поэтому 3 звезды мы не получим. Ладно, продолжить. Да, не получим мы 3 звезды, к сожалению. Заходим, посмотрим, что у нас можно героев улучшить. Вот этого мужичка сейчас попробуем. Пламенный покров. Вот, увеличим. На максимум. Так, все, кончились у нас очки и умения. И оденем все доспехи. Так, создать. Все хорошо. И все мы надели. Хорошо, дальше, следующий. Но тут у нас не хватает, здесь не хватает, здесь тоже у нас не хватает уровень. Да, заросшая тропа, найти. Спутанные ветви деревьев, отличное место для засады. Давай посмотрим, может быть, найдем артефакт какой-нибудь. Вот у нас герой, да? Давайте, ребятушки. Так, ну первые не всегда, они не сильно и сильные, поэтому мы первых сразу быстро проходим. Воу-воу-воу-воу-воу, потише, потише. Здесь, ладно, включаем уже авто, потому что... Так, давай это защитку включай. Вот, молодец. Защиту они эту фиг пробьют. Фиг пробьют эту защиту, не знаю, посмотрим, посмотрим. Давайте, ребятушки. Так, дальше идем, идем, идем. Смотрим, что у нас здесь. Ага, так, давайте Стальные Небеса сейчас включим. Вот, хорошо, сразу защиту, защиту. Ага, стрелы. Все, мы победили. Победа, и получили награду. Хорошо. Ну, а мы не нашли ничего, да? Потерянное кольцо не получилось найти, да? Или нашли? А, нет, наличие 3 штуки. Повысить ранг, так не... А ну, что у нас там получается? Требуется уровень героя 10. Хорошо. Сейчас отправимся дальше в компанию. А ну, какой у нас ранг? У нас 12 ранг, да? Ладненько. Давай, поехали в компанию дальше. Мертвые земли. А пусть не обманут вас иссохшие комья почвы, дотлеющие пни. Здесь обитель великой злобы. Ей нужны новые жертвы. Так, здесь прям мощные будут ребята. Так, быстренько сейчас этих победим.
Да. Здесь уже прям они стали намного мощнее. Намного крепче враги. Вот, видите, что происходит? Ох ты! Прям такие они прям нас зафигачили. Так, нифигово причем. Так, быстренько килимся. И уничтожаем этих врагов. Не знаю, пройдем мы или нет, потому что сейчас у нас парочку героев уничтожат. Нифига себе, да, смотри. Нормально. Они еще и включили защиту. Офигеть, офигеть, что творят, смотри. Убили героя нашего, ё-моё. Давайте, ребята. Что возможно полностью. Все, давайте. Посмотрим. Три героя против... О, нет. Нет. Не сможем мы, конечно. Здесь герои прям мощные. Так, паралич надо было на этого дракончика делать. Алло. Хилимся. Тут нет, ну, видишь, никаких у нас штук. Ух ты, он двоих сожрал, прикинь. Офигеть просто. Да, к сожалению, умерла наша девчуля. Ну и все, это надолго не хватит. Все, сейчас она погибнет. Да, так я и знал. Поражение. Даже мне ничего не дали. Ни абсолютно ничего интересного. А, давай зайдем в арену. Попробуем в арену еще сразимся. Вот, например, с Денисом. Денисом. У него здесь место 11, мощь 4300. Хорошо. А вот смотри, а у Рустама мощь 1600. Давай с Рустамом попробуем. А, не хватает VIP уровня. Чтобы открыть возможность пополнять бои на арене, тебе нужен VIP-3. А с Денисом? Тоже не могу. В смысле? А, смотри, доступные бои. У нас закончились доступные бои. Даже так здесь. Здесь все непросто. Ага, так, Тея. Что у нас здесь? Можем увеличить исцеляющий луч. Давай. А, тоже не хватает у нас. Ладненько. Но этих тоже ничего не хватает. А, доступно очков. А, через 2 минуты будут доступны очки, что ли, или как? Хорошо. Отправляемся тогда в компанию. И сразимся. А, так, получается, в этом нас убили. Давай здесь попробуем заработать. А, немножечко очков силы. На авторежиме попробуем сразиться. Посмотрим. Хватит ли у нас силы заработать 3 звезды. Давайте эту быстрее гасите, гасите быстрее. Вот, отлично, дальше. Второй у нас. Вторые ребята. Здесь они, конечно, покрепче будут, но попробуем победить. Не знаю, получится или нет. Сразу мы идем в защитку. Все, сейчас этих уничтожим. Все, и третьи ребята здесь будут помощнее, конечно, их намного больше, смотри. Так, покровчик, быстренько прячемся. Да, все равно они через, я смотрю, через защиту они пробивают, все равно. Да, пробивают, сейчас нашего убьют героя. Давай, чуть-чуть осталось, давай, может быть, мы сможем победить. Есть! Есть, у нас все остались живы, но достаточно-таки они были на волоске от смерти. Продолжить. Все отлично, 3 звезды. Здесь мы звезду не получили. А, давай еще раз попробуем пройти этот уровень. Так, ну это полегче немножко уровень, ну посмотрим. Силы у нас есть. Нам нужно прокачивать героев. Вот. Сейчас прокачаем героев. И потом можно еще в поисках артефактов отправиться. Поиски артефактов. Все, идем дальше. Вау, какие мощные. Сейчас посмотрим. Попробуем их победить. Лучники, видишь, двое девушек-лучниц. Паралич. Да нет, не надо было тебе паралич использовать. Вот минус игры в авторежиме, потому что используется
Ну, он все эти использовал, надо было нам паралич сейчас использовать, а он уже использовал. В принципе, в ненужное место. О, остальные небеса два раза. Хорошо. Все, мы заработали, у нас повышение уровня. Ну что ж, идем в город. Посмотрим, что у нас здесь есть по улучшению. Давай посмотрим Галахада. Галахада повысить уровень не получится, но мы можем сделать неудержимый натиск, либо уровень Стальные небеса. Давай его добавим. Вот, 13 уровень. Хорошо, хорошо. Ну и все, в принципе, у нас тут все кончилось. Добавить ничего не можем. Хорошо, ладно, отправляемся. Так, в арену. В арену у нас тоже мы не можем сейчас напасть. Да, не хватает VIP уровня. Так, журнал у нас. Что здесь журнал? Ага. Как мы ведем бои. Ладно, это неинтересно. Правила, да, почитаем. Бои проходят в автоматическом режиме. Победив противника, ты занимаешь его место в рейтинге. Если в бою нет победителя, после отведенного времени победителем считается защищающийся игрок. А после проведения боя на арене ты не можешь вступать в бой в течение одной минуты. Каждый день в 20:00 ты получаешь награду, соответствующую занятому месту. Для доступа к награде в день нужно провести хотя бы одно нападение на арене до выдачи награды. Твое место в рейтинге 15334. Твоя ежедневная награда за текущий рейтинг 80. Силы и... А, ну, что-то. Монета арены и золото. Хорошо, спасибо. Теперь мы это все знаем. Ну что ж, ребята, большое спасибо за просмотр. Будем играть, будем изучать эту игрушку. Всем пока-пока.